поняла, в чем прикол, короче, нужно просто... То есть, вот меня вот так делать. Очень важно понять, как перенос происходит. А кто сможет сейчас откомментировать и помочь Снежане и Изабелла? Саша. И Саша. Можете помогать сейчас? Словами. Надо вам вот эту... О, Кириш, спасибо. О, я помогу. Слушайте, классно. Вот так мы будем... А, ну хорошо, давай. Мы молодцы.